Еще вот такие вот костюмы кенгуру детские, очень прям мягкие, хорошее качество. Вот такой вот капюшончик милый с мишкой, есть вот с тигренком, есть белые с мишками, кстати, вот зайчики вот есть. Жаль, что на детей только от 3 лет. У меня сыну 1 год и 8, так бы я, по-моему, взял бы. Зебра вот даже есть. Да, вот от детей от 3 лет, но не написано ни размера, ничего, до скольки. Цена 599,90. Вот такой вот тигр. Вот такое масло еще завезли. 100% натурал. Вилкин, производитель. Масло растительное. Без ГМО. Объем 0,9 литров. Цена 119 рублей 90 копеек. Но цена, я бы не сказал, что прям сильно низкая. Но ниже, чем в обычных продуктовых магазинах. Вот такие вот сапоги завезли. На застежке. Теплые, меховые. Подошва не скользящая. Мягкая, кстати, резина. Хорошо гнется. Размеры есть 37-45, ну, тире, от 37 до 45. Цена 754,90, я так понимаю, по размерам это и мужские, и женские. Вот, например, большой размер. Мужские вот гнутся тоже хорошо. Не скользкие. Застежечка такая. Такие вот чипсы завезли. Соломка из натурального картофеля. С морской солью и перцем. Забота о людях с любовью о картошке. На самом деле тут уже были такие, что-то наподобие светофоре. Только черная упаковка. Брали не один раз. Очень даже вкусные. Вес 100 грамм, цена 48 рублей 50 копеек. Леча из кабачков. Дачная. Спасский. Изготовитель. 720 грамм, 60 рублей 90 копеек. Но выглядит так достаточно аппетитно. Такие вот батончики шоколадные завезли. Мишки в лесу называются. Вес 300 грамм. Шоколад с начинкой и вафельной крошкой. Мишки в лесу. Шоколадка весит 30 грамм. Одна. В упаковке получается 10 штук, да. 100 рублей. 101 рубль 50 копеек. Но выглядит прям аппетитно. Смотрите, еще завезли паштет печеночный со сливочным маслом. Звучит прям очень аппетитно. 325 грамм. Обычная банка. Цена 45 рублей 90 копеек. Также, смотрите, есть ветчина рубленая из свинины. С такой уже открывашечкой. 340 грамм. 75 рублей 50 копеек. Ветчина рубленая. Вот такие вот симпатичные горшки под цветы с прикорневым поливом. Такой прям не маленький. Объем 8 литров, цена 228,90. Горшок для цветков с прикорневым поливом. Да, вот он, прикорневой полив. Цвета только белые есть. Также есть еще вот такие вот розовенькие, поменьше. Тоже с прикорневым поливом. Объемом 4 литра, цена 114 рублей 50 копеек. Цена, кстати, очень низкая для такого горшка. Даже вот это, считай, в 2 раза дороже. Скрабы для тела. Скраб для тела шоколадный. Омолаживает и подтягивает кожу. Есть вот на меду медовый. Очищает и питает кожу. Цитрусовый. Омолаживает и обмолаживает и обновляет кожу. Я бы на самом деле вот такой бы, наверное, взял, медовый, жене. Объем 720 мл, цена 80 рублей 50 копеек. Цена, кстати, вообще очень низкая. А вот еще есть какой-то тонизирующий скраб для пилинга тела на основе натуральных экстрактов кофе и шоколада. Такой уже почернее чуть. 80 рублей 50 копеек. Смотрите, еще вот такие вот сапоги завезли. Тоже теплые. Прям очень теплые. На застежке, на липучке. Да, на обычный. Вот 44 размер.
А вообще есть размеры с 42 по 46. Цена 854,90. Цена очень низкая, такие на рынке будут стоить 1000-1500 минимум. Прям очень теплые. Вот такие вот алмазная раскраска, 2 в одном. Рисование по номерам и алмазная мозаика. То есть можно рисовать по номерам, а можно алмазики крепить. То есть совместили 2 в одном. Раньше была вот просто мозаика и картина по номерам, то есть рисовать по номерам. Сейчас я уже сразу расскажу, сколько эти стоят. Вот, например, набор для рисования картины. Вот это вот, где просто только рисовать по номерам, стоит 261,90. Алмазная 394. А 2 в одном 369 рублей 90 копеек. Размер 50, 40 на 50 сантиметров. Вот такой вот набор овощерезка. В комплект входит контейнер сразу. Овощерезки всякие разные. Вот яйца можно резать, я так понимаю. Терки всякие разные. И материал насадок и корпуса, пластик. Материал режущих частей, нержавеющая сталь, вес 1 килограмм. Такой вот упаковки. Цена 399,90. Колонки портативные. На упаковке нарисована синенькая, а по факту черненькая. Вот есть регулятор громкости, переключение музыки. Работает, наверное, по Bluetooth. Да, работает. Работает от флешки и по Bluetooth. Цена колонки 336 рублей 90 копеек.